Заповедник Малый Утриш. Коробка, плохо вы слышите. Да нет, не сгорело. Нормально. Вон, смотрите, думаю, блин, как хорошо все, а? Вообще супер. Да не, она вообще практически не рано. Сегодня это, в компьютер сами посмотрим. Я специально не знал. Смотри. В этот-то плюш, кругу, что вперед широкий. Полностью. И внизу, и вверху, чтобы не задумываться. Там маленькая квартира, да? Чувак, вообще, я про него, про этого парня читал. Он миллиардер. Американец, он просто не знал, чем заняться. Очень много экстремалил, катался на... Виндсерфинг еще где-то гонял. Отрывался. Ну, нормально, достаточно обеспеченной семьи, да, в Америке. А потом что-то понял, что камер нет нормальных. Есть какие-то там Sony, которые засовывают, какие-то там чехлы, проблема снимать, какие-то там маунты там и так далее. Поехал в Китай, нарисовал свой дизайн, заказал это, ему сделали. И как начал их продавать. Они мне недорогие. От 200, от 300 до 600 долларов. Ну сейчас это третья, Hero 3. Сейчас уже четвертая модель. И сейчас все ими пользуются. А? Я тогда ее за 300 щипов. Плюс там на нее всякие держалки покупаешь, еще что-то. И все. И сейчас все экстремалы с ними. Все, да практически все. Даже фильмы снимают с ними. Еще удобно. Сюда ее присобачил, сюда присобачил, сюда. Со всех крыш. Вообще вокруг себя. И все ракурсы. Вон даже мы с вами вчера смотрели, это GoPro снято. Ну что, так смотришь? Да, элементарное. Даже не придумал, как делать, просто в Китае сказал. Не придумывалось. Ну просто нарисовал дизайн, да, а Китай все сделал. Со мной на самом деле еще классно дыхать, когда я не бухаю. Аня говорила, Саша, когда не пьет, хорош. Да, так и есть. Когда я бухаю, мне хочется жестко отдыхать. Во все тяжкие. Во все тяжкие. Но раньше так.